Канал Devices Games. Сегодня мы поиграем в игрушку под названием Slam Bank на iOS. Игрушка стоит, по-моему, 99 центов. Ну, короче, доллар. Так, что у нас здесь? 1001 Greenfield. Так, какие у нас тут еще уровни есть? О, солнце вылезло. Тут у нас тучи. Дальше лес идет. Смотрите, как прикольно анимировано, да? Тут у нас лес горит. Здесь лес уже весь сгорел. Здесь третий уровень у нас Stone Wall. Камушки такие квадратные. О, смотрите, солнце прикольно сделано, да? Вот здесь, короче, темно было, да? А здесь солнце садится. Так, я вот двигаюсь сейчас. Короче, какие-то кристаллы. Тут у нас пустыня, desert. Опять солнце. Главное, солнце село, да? И сверху свалилось. То есть оно за нами где-то. И заканчивается на десерте четвертый уровень. Здесь какая-то камень-сон. Здесь какая-то буря. СМЕШ. Давайте вернемся на первый уровень. Так, нажимаем. Так, play. Дальше у нас что? Тут у нас какая-то катапульта. Я так понимаю, снизу у нас... Ой, я запустил, похоже. Снизу у нас какие-то промежуточные точки, да? Давайте, у нас сейчас попасть по центру. Почти. Так, это кто такие бегут? Какие-то тролли, что ли? О, я нажимаю, короче, когда он камень ударяет вниз, вот там слева. И они, похоже, копятся в зависимости от того. Опачки. Smash him to get more gold. Окей. А, мы то есть золото собираем. Мы когда бьем их, короче, у нас, получается, восстанавливаются вот эти вот штучки, короче, прыжки. 7%, да? То есть надо долететь до конца, я так понимаю, да? И куда тратить эти монеты? Ой, блядь, это вообще хуёво. Что нам типа дает? Ну, этот раз не получилось. Кстати, справа я обратите внимание, что там какой-то молоточек нарисован. Может, там апгрейды какие-то есть. Надо зайти посмотреть, что тут придумали разработчики. И надо, я так понимаю, периодически вот так вот ударять, короче, потому что оно же у нас восстанавливается, прыжок этот. Так, давайте нажмем, посмотрим, что это такое. Search items by dragging on the item screen. Окей. Okay. Touch the item to see its descriptions. Read careful the interval diverse effects of each item will be helpful. Так, короче говоря, сила, которая дает катапульте, добавить... Ну, короче, добавляет силу катапульте. Апгрейд стоит 1000 монет. Сколько у нас сейчас монет, я в душе вообще не ебу. Что это такое? Где у нас показаны монеты? Я не вижу. Так, еще раз сюда заходим. 174, что ли? О, 174. Это ускоритель камня. Так, смеш добавляет шанс еще дополнительно ударить этих созданий. Камень. Size up. Увеличение, короче, камня. Где у нас здесь цены? 1000, 1500, 500 и 1200. Так, давайте продолжим. Запускаем и попадаем. Куда попали? По центру пока не удалось попасть. Надо вовремя вот ударять, чтобы он взлетал, короче, наверх. А то получается, что он вот так вот, побольше монет. И у нас остался один удар. Каких-то этих бьем, похоже. Я не знаю, на сколько километров надо пролететь. То есть мы
5.71 прошли всего лишь. Пока у нас лучше Best Progress 7.4. Плохо мы пока попадаем по центру, да? Вот сейчас более или менее так. О, хорошо, полетел. Правда, ни в кого не попал еще, разогнался. Вот так вот, куча монет. Плохо, я считаю. О, блядь, этого тоже не попали. Короче, я так понимаю, вот в этих попадаешь, когда они взрываются. Где писали, сколько у нас монет? Вопрос. Ой, это плохо, короче. У нас еще есть шанс разогнаться, да? За счет удара, да, по этим? Вот так вот. Вот смотрите, как попадение у этих с гранатами дает возможность еще дополнительного прыжка. Нет, сейчас не долетели мы до этого. С бомбой. Так, next. Вот так вот полетели. Автоматом не попали на этого. Периодически надо нажимать вот так вот, потому что, видите, они опять копятся. Очень быстро. До этих никак не можем долететь. О, взорвали. Вот так вот. То есть определенная стратегия вырабатывается игры. В то время как... И большое скопление, кстати, вот этих вот чувачков. Вот так вот. Вот так вот. Ой, я пропустил. Вот так вот. Ничего себе мы залетели, да? Разогнались. То есть вот от этих вот взрывающихся очень хорошо можно разогнаться. Я одного пропустил. Вот так вот. Мы прошли, похоже, первый уровень. It's too weak to destroy the castle wall. Мы, короче говоря, уничтожили стену замка. There are four castle walls per stage. Destroy all four to clear the stage and unlock the next stage. Короче, на уровне всего 4 замковых стены. Стен замка, короче, на уровень. Уничтожь все 4, чтобы закончить уровень и открыть следующий. Maintain high speed or upgrade to stone siege power to destroy the castle walls. Ну, короче говоря, нужно апгрейдить наш камень вот этот летящий, чтобы уничтожать стены замка. Гринфилд, да, вот мы до 25% пролетели. Потратили 1 минуту 5 секунд 98. И так, у нас появилась возможность что-то проапгрейдить, да? Вот это, да? Increase chance you will smash our enemies. Давайте прокачаем. По идее бы, конечно, вот это, наверное, надо, да? И size. Вообще супер. Так, у нас продолжается Гринфилд. Вот смотрите, как я и думал. Получается, мы во вторую кружочек вот переместились. Флажок такой висит. У нас 4 удара. Давайте. Вот так вот полетели. Попали по первому сразу же. Главное вот до этих долететь. С бомбами. Вот это надо почаще ударить, кстати. Потому что в любом случае мы, получается, восстановим, да? А, все. Хер не в любом. Надо чаще попадать на этих. А тут уже повезет, не повезет. И разогнаться можно только вот попадение, получается, на бомбежке. О, куча монет собрали. Вообще фонтан.
Ух ты, нифига себе. Пролетели, я вообще не представляю, где мы сейчас вообще летим, что-то непонятно. То есть мы, получается, прошли, что ли? А, вон, смотрите. Мы прошли в следующую, да, пустыню в какую-то, да? Очень классно анимировано, мне нравится. Так, и что, где мы начнем в следующий раз? Гринфилд 1, Stage 1 написано. Сейчас посмотрим, сколько у нас монет. 338 монет. Вот мы чуть-чуть дальше пролетели, да, получается. То есть мы продолжаем лететь, что ли? Вот так. Вот так. Очень классно попадать вот на этих взрывающихся. Это вообще супер. Мы сразу же и монеты собираем. То есть тем самым можно легко добраться до конца уровня, я так понимаю. Потому что мы и на этих попадаем, на зеленых обычных рогатых. По-моему, они рогатые или с чем там они, в каких-то шапках. И тем самым еще и монеты собираем, и прыжок делаем себе хороший. С отскоком. Игрушка дешевая. О, мы опять туда проникнем. Всего $1, я напоминаю, так что можете зайти, приобрести. Очень забавная такая занятная игра. Так. Твою мать, я не успел на этого попасть. Давай. Так. Больше, да, пролетели? 36-67. Вот у нас уже почти наполовину до следующей продвинулся. Так, нормальный старт. Сейчас прыжочек сделаем. Вот так вот. Еще на этого. Потом монетный чел бежит. Кстати, от него, похоже, тоже, да, прыжок получается хороший. Вот так. Оу, промазал, посмотрел на экран, блять. Наверное, можно одновременно, короче, и одного, и второго. На тебе, блять. Я имею в виду вот этих бонусных. Один, который дает монеты. Ой, блять, чуть-чуть. А второй? Твою мать, у меня нету. Все, он сейчас замедляется. О, я попал. Замедляется, короче. Прыжки-то у нас еще есть. Еще я очень быстро монеты собираю за счет того, что мы их ударяем. У нас копится, смотрите, процентов меньше стало. Что у нас, что-то открылось, что ли? Или мы можем еще что-то increase шанс to go smash? Это ясно. Нам сейчас бы вот этот катапульту, да, улучшить. Катапульту сейчас. Сейчас накопим на катапульту, чтобы улучшить катапульту, чтобы она в самом начале нам хороший давала прыжок. Изначально. Блять. Да твою мать, что такое? Вот. Такие, я не понимаю, в чем вот. У них то ли шапки, то ли рога. Вот вы можете разглядеть? Вы там на паузу можете поставить? Посмотрите, я вот что-то не так быстро бегут, что мне не разобрать. Такая куча там их бежит вообще. О, мы попали на меня. Я сейчас помазал. О, попали. Я еще думаю, сейчас прыжок сделаю, короче, попадем или нет. Блядь, что он катится там, что ли? Вот здесь что-то сложно, короче. Что-то. Видимость плохая. Такие сумерки какие-то. Сумерки. Все. Приостановились. Здесь уже сложнее. Плохо очень видно на фоне
серого. Ой, коричневый, темно-коричневый наш серый камень. Давайте катапульту сейчас прокачаем, а потом будем, наверное, вот на это. Так, сейчас вот эту катапульту улучшили. Здесь 1200 надо. Сейчас посмотрим, насколько у нас катапульта. Конечно, если не попасть, то это вот сейчас нормально, в принципе. Сколько у нас катапульта будет с самого начала запускать. Вот так вот. Больше монет. Такое море чуваку убежит. Вот так вот. Вот. На тебе монеты. Куда замедляется, его, конечно, надо вот так вот долбить. Ух ты, нифига себе, мы так распрыгались-то. А докуда мы должны? Мы так понимаем, вот, да-да-да, вот это, короче. Первая стена. Это первый кружочек получается. Надо привыкнуть к этому уровню, потому что он по песку, что ли, так замедляется. Но он здесь хуже, короче, прыгает. О, монета. Он здесь реально хуже прыгает. Может быть, так неровность поверхности считается, что типа песок там. Не знаю, что тут задумали разработчики, но здесь реально сложнее в этой части, когда перелетаешь. Так. Давайте. Полетели. На. Я так хорошо попали. Ой, что-то попала грязь какая-то. Я решил ее почистить на экране. Получилось, что я запустил вот этот скилл. Прыжок, короче. Дроник. Давай-давай-давай, попали. Попали. Так, монеты нам нужны. Что-то он замедляется, мне не нравится. Ну, давай, разгоняйся. 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 Прыжок. Еще прыжок. Вот это вообще. Так, пролетели туда. Здесь какая-то фигота, короче. Этим уровнем, блять. О, попали на него. О, все взорвалось. Вот так вот. О, я думал, на этого попали. Не, нихера, короче. Не попали. Все. Так, сколько у нас? Там что-то предлагают опять прокачать там. 822, там что-то еще надо где-то около 400 собрать. Так, давайте, оп. Не, верхние, короче, это похоже плохо. Но мы сейчас разгонимся. Так, мы что-то все потратили. Видите, очень важно вначале, короче, правильно с катапульты запустить. Получается. Ну, еще один. Опачки. Нет. Если бы попался еще один с гранатой, то тогда бы было проще. Вот, вначале. Хорошо. О, как еще на этого попали вообще. Я еще разогнался, короче, на него. Сейчас мы когда летим, видите, там такая полоска ползет. То есть прогресс видно временно. Туда, конечно, сложно смотреть в тот момент, когда мы тут все это прыгаем, нажимаем. Вот так вот. О, куча монет. 166, вот я вижу сейчас в правом верхнем углу, оказывается.
Раньше не обращал внимания. Сейчас он перелететь должен туда. Вот он летит. Пробил стены. Дальше. Через песок. Прыжок. Мы здесь где-то до середины, получается, добрались, короче. Это, я так понимаю, мы за уровень собрали 200, да? То есть у нас вот осталось сотня где-то набрать. Так, запускаем. Опачки. В принципе, нормально. Все разгоняется. Удар. Чуть быстрее. Вот так вот. Куча монет. Мы, в принципе, уже собрали. Следующий апгрейд. Попали на гранату. На бомбочку, точнее. Так. У нас сейчас купится скилл, удар. Вот так. Сейчас мы перелетим уже через ворота. Вот. И дальше. Вот так. Почему у меня звука нет в этой игре? Я вот что-то не понимаю. Может быть, вы слышите там звук, но я, короче, ничего не слышу. Может, я что-нибудь забыл, но у меня реально звука нет. Короче, даже вот с телефона я, короче, запустил. Я вот не слышу. Ну что, дальше уже, да, по-моему, побили свой рекорд. На это тоже не попали. Так, мы, похоже, побили свой рекорд, да, 41-42. Мы можем, короче, вот это прокачать, размер камня увеличить. Так, увеличили размер камня. Тут, короче, получается на каждую кучу апгрейдов. Давайте еще раз посмотрим, насколько у нас увеличился камень. В принципе, не очень сильно, да, то есть, потому что там очень много апгрейдов. Сейчас вот этот последний раз, я думаю, пролетим, и можно будет заканчивать. Игрушка такая очень занимательная. Я даже вот сейчас вот не проследил, сколько времени мы играем в эту игру. Как хорошо взлетел высоко. То есть, я так понимаю, что у камня может быть еще масса учитывается, так как он все-таки больше. А если у него, кто знает физику, он может дальше улететь, если его хорошо запульнуть. Чем маленький камушек. Так, ну, нет, я хотел по нему ударить. Он, короче, мимо пролетел. Получается. Вот так вот. Двойной удар получился. И мы попали на следующего с бомбочкой и прошли, пропрыгали, короче, получилось, ускорились. Сейчас вот они сложно по ним попадать, по этим стало, потому что они темные тоже, короче, на темном фоне, опять же. Вот, смотрите, у нас даже удалось в этот раз новые, короче, человечки. Дождь идет, да, вот следующий уровень. Мы как смотрели, да, в самом начале. Удалось даже, видите, даже до следующего уровня долететь. То есть вы делаете апгрейды там всевозможные. И, соответственно, разработчики дают вам возможность за апгрейды дальше проходить уровень. Ну, собственно говоря, я думаю, на этом закончим. Всем пока. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки.